Привет. Даю вести о себе. Сегодня у нас 15, да? 15 июня, среда. Вот это вот внизу, это простынь. Все до сих пор висит. Stalking SOS. Стараюсь я это висит у меня чаще, когда я дома, потому что ветром сдувает наверх, да, и сейчас вот повесила обратно. Ребята, приглашаю вас, кстати, принять, поддержать и это. И что здесь поддержать и вывесить также столкинг, обратите внимание. Посмотрите на людей, какая реакция. Реакция какая? Спрашивают, я услышала, там кто-то, девочка сказала, о, столкинг, а тетка такая что-то, да, конечно, ой, да. Потому что снизу, сосед снизу, просто там высунулся из балкона и там типа табак показал, у виска покрутил у себя, потому что у него дома не хватает. Вот, и это, и люди, я говорю, принимают это, им легче подумать. Что да, там сумасшедшая, типа того. Это. И согласна с этим, потому что не надо думать об этом. Главное, что людей не касается, понимаете, людям-то пофиг. Главное, их не трогают, поэтому кто-то, все думают, что моя хата с краю, ничего не знаю. Увы, сейчас хаты с краю ни у кого нет. То, что делают вот это вот все, что, то, что делают для TI, да, для целей, для все опыты, которые вы все перпсы, сталкеры, псиопы, вы делаете против себя же вашего завтра, потому что это ваша проверка на вашу человечность. Люди, проверка на вашу человечность, потому что это будет делаться на всех. Тотальный контроль, который собираются здесь делать, это будут на всех. Будут одни стрелять по другим, понимаете? Одна половина будет стрелять в другую. Вот и все, что, потому что человечности больше нет вообще у людей. Человеческого ничего не осталось. Вот, вот этот балкончик не зря я показываю, который напротив, потому что в округе, естественно, у меня этот дом, который здесь 8,8, 16 квартир двухэтажный, да, все живут, практически основная часть, все участвующие в столкинге. Кто активно, кто пассивно, кто молчит, кто свидетельствует, кто просто молчит об ситуации, вот, замалчивает. И в основном участники. И все строго наблюдают, они же тут же кричат, прям по телефону разговаривает, типа, и кричит. Так мы все за ней следим, понимаете? Все за ней следим, вот, все следят за мной. И вот всячески надо подыскивать им что-то против меня. Вот напротив, вот в этом доме живет почти землячка украинка, одна замужем, которая также пригласила меня однажды в бар и также пыталась там отравить, короче. Очень усиленно приглашала выпить с ней кофе, ну, в смысле, обязательно выпить. Вот, потом рядышком дом тоже, наблюдатели в окне. Ну, в общем, заразы здесь. И напротив дома, с другой стороны у меня окна с кухни выходят в другую сторону, там напротив дом стоит, в которых я зашла и в которых я прошла просто по соседям, чтобы поговорить, кто камеру у кого установить, что кто-то видел, чтобы что-то кто-то видел, кто входит в мою квартиру, потому что там с той стороны видно все. И сразу прибежал, как мужик прибежал, передо мной звонил всем, не впускайте ее, это сумасшедшая, не разговаривайте с ней, это сумасшедшая. Вот, и там хорошо все видно, вот что здесь происходит, но тоже молчание. Молчание, ребята, молчание, люди, кого это не касается, просто молчание или участие. Ну, тетка, с которой я разговаривала, с одной, которая меня даже в квартиру пустила, там сели, разговаривала ей, и она мне посоветовала поговорить с одной, с этой, с другой перпс, с нашего же, с этого, с моего дома, где я живу. С другой она мне советовала поговорить. Естественно, я с ней с этой не говорила, потому что о чем говорить с перпсами, о чем? Вот. Что сейчас было сегодня? Выходила из автобуса,
такой был просто удар, как будто выстрел такой, прям щелчок такой громкий вообще. Вот, и я боль почувствовала по голове, с левой стороны головы, как раз со стороны автобуса, в который я выхожу. Я вижу, что закладки делаются в автобусах, представляете? И вот однажды это было видно на камере, такой удар был, но он был не это, через камеру виден, без звука. А сейчас именно по звуку такой громкий удар просто. И рядышком в бале сидели наблюдающие, сидели какая-то толпа, как всегда, которая караулит этот бар, который ближайший бар около меня. Вот такие дела. Что еще? Что еще? Пробую найти работу. Пробую искать работу. Что происходит? Ничего. Поработала в одном баре, которому пасту, макароны, в смысле, там предложили в конце ужина, в конце работы макароны, которые были затравлены химией, заправлены химией. Потом в другом ресторане нашла работу. Также четвертый день, там они уже предложили мне контракт, якобы предложили, но знали, что я его не приму, так как они уже воду, которая у меня стояла, налитая вода моя, пить, была химия. И рыбка, которую мне дали любезно, дали для ухи, головы, хребты, вот эти вот, да, хвосты, которые только филешку отрезали, а вот это отдали, свежая рыба, якобы, и это, но она была обработана химией. Это наверняка муж этой украинки, вот, которая меня тоже всегда наблюдают, это она просто спрашивает такая, что, почему тебя там жалюзи опущены всегда, как будто тебя нет дома, там вот это, ребята, просто кому какое дело, когда у меня опущены жалюзи, или у меня вверх жалюзи, или вниз жалюзи, да? Ой, какой позор, просто позор. Людей больше не осталось, люди играют потом. А, ну вот эти, значит, в этих двух ресторанах, в одном баре, в этом, на море, в этом, да, который макароны отравили, да, во втором воду и рыбу отравили. Вот, ушла, на меня быстренько заплатили и отправили, да. Все будет сообщено в нужные вещи. Так, есть на что что заказать. Так что им это просто так не пройдет. Так, с доказательствами. И так как мобинг, который тот же стонкинг на работе, есть это преступление, то это будет за преступление. Заявлений уже много, их будет еще больше, но что делать? Потому что молчишь, они вообще на голову садятся. Вот, все это будем сообщать по мере подробности. Все будут получать обратку. Вот. Да, и сейчас все звонят, сообщили всем вот этим киоскам, всем барчикам, ресторанчикам, которые на пляже. И мне уже звонят 4-5 человек, которые ресторанчики, бары, вот эти, которые на пляже, мол, типа того, нужно на кухню люди. Вот, приезжайте, там покажите, как вы, что вы умеете, там, понимаете. Одни требуют сразу, значит, этот куррикулум, да, то есть, ну, о тебе вот эту бумагу штампованную, где ты работала, то все. Я говорю, ну, вы проверьте меня, может, наверное, вы со мной будете работать, а не с бумагой. На бумаге все что угодно я напишу. Нет, дай мне твой куррикулум, типа того. Ну, вот это, да, а, резюме по-русски, резюме там, типа того. Дай мне резюме. Я говорю, ну понятно с вами, вам надо с резюме работать, а не с людьми. Ну, короче, все, разговор закончил, но это было еще гостиница и ресторан при гостинице. Вот, а сейчас поголовно все звонят, придурки, знаете, все же манипулированы, все придурки звонят с пляжей. Приезжают с другого моря, сбоку, с другого берега, тоже оттуда, там все так опять, да. Ресторан, опять все, давай поехали, посмотрим. Я говорю, что мне смотреть этот ресторан? Если я его не покупаю и не выбираю, чтобы управлять им, да, а иду просто на работу. То, что есть, что есть. Все то, что мне какие условия предоставляют, вот они такие. А выбирать условия работы или чего-то там.
Я говорю, если я приеду, то я приеду там на пробу и приеду, поговорим, если все подходит, оставлюсь на дни пробы работать, да, а не буду ездить просто так посмотреть. Ну, короче, развод, да, такой, тип такой. Ну вот, значит, ну уже, значит, прощались, как типа того, пока-пока. Ну что же, ты вот ты узнала вот сегодня прекрасного человека. Я просто прикалываюсь, такой слизняк, просто ни о чем совершенный. Еще он о себе говорит, ты сегодня, ну, там, вот, типа того, ничего не потеряла, вот узнала прекрасного, хорошего человека, там, вот, типа того. Ну, я же одна, да, мы же все одни, да, TI. Вот, и он один тоже без детей, ой, без жены, значит, давно один. И это, ну вот узнала ты, мол, типа того, якобы, ну, якобы на продолжение знакомства, да, намек. Вот, просто смешон. А перпсом от него несет за километр. Вот. Ни о чем совершенно человек, и просто мне прикололо, потому что, понимаете, он о себе, что он хороший человек. Не то, что я должна заключить, что я вот познакомилась, и, ну, наверное, хороший человек, да? Вот. А он уже о себе, он прекрасный человек. Вот ты познакомилась, вот хорошее знакомство у тебя сейчас появилось. Хорошо, мол, типа того. Да, сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Ну, ребят, как-то сумбурно вот так вот рассказала вам, потому что, наверное, голова у меня болит после этого выстрела. Вот, потому что была заявлена, вот, наверное, об одних придурках. Вот, сейчас, значит, псиопы озверевшие дальше идут. Но я удивляюсь, как я, понимаете, что-то странно, потому что я все-таки попадаюсь. Я опять же попадаюсь, это мне делает уже годами, я травят, да, кафе, воду, все такое. И я все равно уже, понимаете, не то, что я смотрю, и они там этого не делают. Ребята, они отворачиваются, спиной становятся и делают, и нагло уже делают. Раньше они там, она смотрит, типа того, там, никак. Вот. А сейчас они это делают. Это не в каждом каком-то редком, а сейчас в каждом первом баре. Понимаете? А вот исключить из баров, когда здесь принято пить кофе, заходить, там газетку почитать, да. Вот. А исключить себе из баров, то есть вот социально, это нехватка какая-то. Вот. Это как-то принято, это годами, давно принято. И я все время попадаюсь. Ребят, я опять верю. Да, много раз я выливаю это кофе, не пью, совершенно заказываю кофе и воду, не пью. Но у меня сейчас проблема чего? А, у меня же электричества нет в квартире. Вот, потому что они квитанции мои об оплате воровал, этот псиоп рядышком, который воровал, снимал эти конверты. И они приходили неоплаченные, то есть не вовремя оплаченные, приходили со штрафами. Штрафами такими, что уже я перестала платить. Что за там на 20 евро, да, затраты все вот эти, которые с налогами, со всеми, да, а 60 евро плюс 60 евро штраф. Представляете, 20 евро ты якобы потратила, ну, якобы все самые дорогие электроэнергии, у нас электроэнергия безумно дорожает и дорожает и дорожает. Вот, плюс налоги, 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 да, то есть 20 уже со всеми там налогами, плюс 60 штраф, так это вообще никуда не годится. Поэтому я просто квитанцию сейчас с этим огромнейшим штрафом просто последнюю не оплатила, надеюсь его протестовать. Ну, а у меня выключили свет, поэтому мне приходится даже заходить и в бары, чтобы телефон зарядить. Вот, чтобы телефон немножко подзарядить. Купила я уже всякие эти пауэрбанки. Вот, и мне приходится еще спрашивать заряжалку. Ну, я беру кофе, его не пью. Вот, оплачиваю и не пью. Вот так вот, обманула, короче. Вот такие новости, потому что не могла очень долго сделать видео из-за нехватки зарядки телефона. Берегите себя. Всем привет. Мы прорвемся. Пока-пока.